Всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить о красной икре. Красная икра была и остается одним из самых востребованных деликатесов. И нужно найти возможность по некоторому ряду причин, а именно тем, что красная икра является одним из ценнейших продуктов, полезных для нашего здоровья. И поэтому имеет смысл включить ее в свой рацион не только в праздничные дни, но и в будние дни. А красная икра – это лишь общее название, объединяющее икру, которое дарит нам рыба семейства лососевых, а именно чевыче, кижуч, горбуша, кита, форель. А икра, в зависимости от вида рыбы, красной рыбы, отличается по вкусу, цвету, размеру икринок, но по своему биохимическому составу она абсолютно одинаковая. Иногда можно услышать, что красная икра содержит холестерин. Да, это правда, содержит, но именно тот холестерин, который содержится именно в красной икре, он полезен, особенно полезен для женщин, так как очень благотворно влияет на общее состояние кожи.